Дорогие зрители, всем огромный привет! Хочу вас поздравить с Новым годом, с Рождеством и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. А сегодняшнее видео у меня будет о вязании. Немножко перейдем от темы кулинарии и начнем вязать. Я хочу вам сегодня предложить такую тему, как научиться вязать английскую резинку. Вы знаете, что английская резинка сейчас очень в моде, поэтому хочу вам показать очень легкий вариант. Для этого я специально взяла спицы номер 4,5. Пряжа у меня тоже толстая. И, значит, начинаем с того, что нам нужно набрать нечетное количество петель на спице. Первую петлю, как всегда, мы снимаем. Это у нас кромочная. Сразу же делаем накид. Смотрите внимательно. И вот эту петлю накидываем на спицу. Получается у нас накид и петля на спице. Дальше провязываем лицевым столбиком. Дальше снова накид. Снимаем петлю с левой на правую и провязываем лицевым столбиком. Далее снова накид, перекидываем петлю, провязываем лицевым столбиком. Накид, снимаем и последняя у нас тоже кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Изнаночным столбиком, вот таким образом провязали, переворачиваем работу, снимаем первую петлю и сразу же видите, у нас здесь появляется две петли вместе. Вот эти две петли мы провязываем лицевым столбиком, вот так. Дальше делаем накид, снимаем первую петлю, провязываем две петли вместе. Делаем накид, снимаем петлю, провязываем 2 петли вместе. Накид, сняли петлю, провязали 2 вместе. Вот здесь они последние 2. Ну, то есть предпоследние получается 2. И вот последняя петля, это у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночным столбиком. Далее снова все то же самое, очень все легко. Снимаем первую петлю. Видите, здесь у нас одна петля. Как только здесь вы видите одну петлю, вы сразу делаете накид. Значит, уже автоматически мы накидываем эту петлю на другую. Две петли провязываем вместе.